Все, друзья, помыла у себя на площадке и здесь в коридорчике на первом этаже. Может, увидят, что тут чисто, и себе помоют на площадках. Тут, конечно, грязище, но весь подъезд я мыть не собираюсь, по крайней мере, пока. Наш. Надо ноги повытирать. Вот так. Все. Теперь уютнее будет жить и дышать легче. Это у меня 3 ведра сразу набирала, чтобы не бегать. Уже и подсохло. Ну все. Продолжаем разгребать. В общем, вытащила еще не все я с той полочки. Что там у нас? Это обои, рулончик. Такие вазочки. Вот такие. Вот красное стекло. Это, по-моему, как у бабушки. Так, ну это пустая. Здесь набор стаканчиков. Вот таких. Хорошие, да, красивые. Советские. Так, здесь что? А ну здесь клееночка, пакетики. Это вот такие, где мы покупали протеиновые коктейли, чтобы массу набирал, когда он здесь жил без меня, был худющий и хотели хоть как-то, чтобы массу набирал. А надо было всего-то навсего кормить получше. Ой. Под диван спрятался, лежит. Так, дальше. Еще одни часы вот такие, тоже нерабочие. Вот такой плафончик один. Вот это еще плафончик. Это для яиц. Такие, ну, не знаю, попробую отмыть, но она вот это как такая, как гарь налипшая, даже не знаю, что-нибудь возьмет или нет. Так, ну это плиточка, вот это вот решеточка как раз на газовую плиту ставить, то я взяла рассекатель, а через него плохо проходит, это только на медленный огонь, чтобы кипело, а вот это вот как раз вот тарелочку под поломысочек хорошо будет ставить. Так, вот такие мыски страшные. Вот. О, такая-то пластиковая. Такая конфетница. А тут вот, видите, тоже есть свой рассекатель. И сито такое деревянное. Советского образца. Дальше. Такая ручной работы доска разделочная. Это вот такие большие 2 доски. Это даже новая. Но она, это, наверное, новая. Просто ей много лет. Тут даже цена есть. 75 копеек. Так, это для холодца вот такие. Да. Вот такие 2 лоточка и большой с крышкой. От этого только крышка. Лотка нету. Так, дальше. Разворачиваемся. Здесь телефон был. Здесь разные тоже такие выключатели. Надо отдельно перебирать. Я думаю, здесь такое все бэушное. Просто все тоже складывалось, а вдруг когда пригодится. Ну, это так. Так, здесь тоже какие-то шланги. Вот, ну, это же я еще не все оттуда смогла достать. Так, во-первых, тут еще вот коробок. И тут еще чемодан стоит, если вам видно. Надо будет вытащить.
Ну, а это вот я сейчас тоже буду опускать. Да, здесь какой-то, я же говорю, Диме, какой-то корабельный шланг. Прям трос. Вот. Здесь целая упаковка вот таких выключателей. Вот она целая. Они новые. Это разберу я. Так. Здесь новые вот эти вот для сервантов. На дверце. Они вот даже в упаковочках. В общем, тоже целая упаковка. Это сейчас разберу. Ну, я уже пока не вытаскиваю. Так, это то ли со стабилизатора. Это коробок просто со стабилизатором. А, счетчик. А, это вот этот был закрытый счетчик, да? Или, а нет, это, наверное, новый менялся. А это со старого коробок тоже не выбросили. Так, здесь еще есть вот такие вот ткань. Это как раз вот утеплитель, наверное, то, что между окон. Да, просовывать, а потом скотчем или чем-нибудь. Ну, раньше в Советском Союзе эти белую ткань на тряпочки рвали, в мыло макали. Так, это вот веревочки такие, это трубы такое подвязывали, как уплотнитель был такой. Ой, все, тут сыпется. Ну, здесь тоже какие-то шнуры. Зонтик еще такой, надо посмотреть. Ну, в общем, сейчас я вот здесь еще вот это разберу, вытащу, а потом уже дойдем до вот этих коробков, до чемодана. В общем, Баксик уже устал перебираться. Все скажет, отстаньте от меня. Сверху еще достала вот такие баночки. Это для крупы. Дима говорит, это новые. Но надо их тоже, видите, отмыть. Они там уже в пыли. Может, они и белые были, но сейчас они уже желтенькие. Это, так. Их 6 штук. Вот еще. Так, чемодан. Чемодан был пустой. Вот. Такой. Газетка тут еще подстелена. Интересно, за какой год газетка? Сейчас должно ж быть. Так. Известие называется газета. Так, 27 июня 89 года. Вот так. Ну, чемоданчик повытираю. Так, здесь кармашек. В общем, такой хороший чемоданчик. Дальше, что там было еще? Вот такая папочка. 17-67 год. Ну, я не знаю, она, наверное, тоже новенькая. Вот, видите? Да. Такие отделения вот в ней. Но это для документов. Вот отдельно. Такие вот, как это в органах. Такое или начальники какие-то носят именно папочки. Повытираю. Это дипломат. Тоже я уже чуть-чуть повытирала от пыли. Потому что все было пыльное сильно. Вот, сейчас открою. Вот такой. Тоже. Практически. Это не практически, наверное, новое. Просто что належало запыленное. Прищепки там тоже еще лежали. Это резина какая-то для вулканизации, наверное. Так, это наждачная бумага. Так, ну это выключатель я вам показывала. Так, для посуды старенькая это. Какие-то тросы. Это, не знаю, что-то. В общем, войлока кусочек. Так, ну, в принципе, тут все разобрали. Я уже тут повытирала все. Вот, ну, чемоданчики сюда, наверное, положу пока. Так, наложила целую кучу. Вот здесь уже будем убираться чуть-чуть попозже. Уже обедать пора. Да я, наверное, тут хоть чуть-чуть поубираю, место освободить надо, повыносить. Так, еще я хотела показать вот этот хороший дермантин. Тот, который трескается, тот надо выбросить, он никуда не годится. А здесь вот такие вот два, коричневый и бордовый. Это можно и двери оббивать,
Вот такой. Тут как раз метражей хватит. Хоть двери, хоть у меня это стулья, Диме говорю, такие, что были дермантиновые, они уже все потрескались. Я вот эту тканью их сама обшивала. Вот. В общем, этот хороший дермантин. Не пролезешь. А этот, видите, он трескается. Еще раз покажу, что он уже никуда. Я думала, может, там в середине, а он то же самое. Этот. Или качество его хуже, или же ему уже лет 70. Ну, перерывчик у нас будет небольшой. На обед. Не знаю, как Дима, я уже устала. Ну, если Баксик устал. Ну да, ты не, ему интересно. Он говорит, давай сразу и здесь. Я говорю, мне уже сил нет. Мусор повыносила, за три ходки все сделала. Вот, теперь нужно тут мне все перемывать. И доски, стаканчики эти сейчас помою, вазочки. Вот эти баночки попытаюсь помыть. Вот, ну, эти, чемодан, дипломат, в общем, немножечко это, а разбирать уже я не знаю, наверное, или вечером будем там, где я говорила, или уже на следующий день. Сейчас надо вот это отмыть, но самое главное, вот это отмоется, оно у меня, яйца. Ну, посмотрим, пусть покиснет. Помыла все стаканчики, я достала эти рюмочки, сюда поставила в сервантик. И вазочки. Ну, пусть так пока стоят. Это красную вазочку сюда поставила. Так, что еще? Еще попылесосить останется на сегодня. Сейчас сделаем так. Здесь помыла вот эти вот. Надо будет сейчас повесить на люстрочку. Дальше отмыла вот эту для яиц. Ну, какая чистенькая стала, как новенькая. Отдряпала. Вот. Сейчас подсохнет. Ну и эти баночки тоже перемыла для круп. Вот. Ну, на сегодня пока все. Эти чемоданчики тоже повытирала, помыла. Все. Немножко повытирала, говорю, сейчас еще только попылесосить останется. И на сегодня хватит, да, Баксик? И так сколько наделали, да? Видео вроде минутное видео, а когда все это моешь, убираешь, чистишь, так времени много проходит. Уже на улице скоро темно будет. Так что всем пока-пока. Подписывайтесь, кто не подписался на канал, ставьте лайки, пишите обязательно комментарии. До новых видео!